Вы на канале 18 соток, и сегодня речь пойдет о сорте острого перца, который называется Orange Fresno Chili. Orange Fresno Chili – это сорт, идентичный Red Fresno Chili. Сорт также, как и Red, назван в честь города Фресно, штат Калифорния, США. Я уже говорила, что это один из самых известных сортов чили, который используется для приготовления среднеострых соусов. Сорт по сроку созревания ранний, очень урожайный, хорошо растет в открытом грунте и также можно успешно вырастить его на подоконнике. Цвет незрелых плодов зеленый. По мере созревания биологической спелости плоды имеют оранжевый цвет. Также эти плоды, могу сказать, что они конической формы. Высота куста около 30-40, может быть, 50 сантиметров. Созревает растение за 75 дней. Подходит для выращивания в открытом грунте и для подоконников. Вот еще есть такая особенность сортов Фресно. На одном кусту могут быть плоды разные по размеру. Как вы видите, наверное, сантиметров от 3 и сантиметров до 6. Но тем не менее, это все плоды с одного куста. Вот так выглядит зрелый плод в разрезе. Толщина стенок около 2-3 мм. Очень сочный, хрустящий. По вкусу среднеострый. Острота по шкале Скойла этого сорта составляет от 5 до 8 тысяч единиц. На этом обзор этого сорта я заканчиваю. Заходите на мой канал. Будем рассматривать другие сорта перца острова.